Да ну, я уже чувствую. Ты не вышел из зоны опасности, Серега, ты облажался. Я чисто цель номер один. Просто гонки, я от него пендаля получил. Твоя очередь. Светофор тут классный. Класс. Да пусть едет себе. Реально, пусть едет. Мы с ним поехали. Первый поворот. Пошло мясо. Ничего себе, тебя там прыгает. Ну, так. Все проехали, давайте убивайтесь быстренько тут. Давай, Леха, цепляйся в слепстрим. Да, я сейчас вот так. Бах-бах-бах-бах, 35 танков одной пули. Наскоро сейчас всех пойду на слепстриме. Хрена снижу, бля. Да ёппары СТ, ну. Вторую гонку подряд. Смотри, он и поехал по норму вообще. Третий, да? Надо вводить санкции против Юры. Фак, у меня переток теперь из-за него красный полный. У меня тоже. У тебя 63. Тоже из-за него. Ведь у меня нормальных слов даже нет. Езжайте, чинитесь. А смысл? Нет. А чё нет? Пока еще гонка не этот самый. Не уехала. Так наоборот, сейчас все умотают вперед самый. Так когда они разложатся, я поеду чиниться, будет там оп. И уже молодцы. Ведь он специально. Ну ок. Ваня подъезжает. Все готово. Слушай, реально из пушки заправляет машину. Такой, хоп. Я говорю, я первый раз, когда заехал, я думал, пит не сработал. А второй кто у нас? Ваня, да? Да. Ну, сейчас ты напрямую меня обойдешь, ясное дело, потому что я побитый. Нет. Так, я понимаю, вы на задней прямой, да? Да. А я сейчас выезжаю из второго поворота. Спасибо, Петр. У меня тут фейерплей во всех пулях, я сам себя убил, и теперь я еду как корова. Так, 5 секунд от фини. Че, ничего цепь? Блин, ну я же сказал, я еду как корова, фиг я отрываюсь. Потому все что... Все едут вообще как? Как беременный корова. Да. Это совсем ничего. Кого убить? Я за Юру, Юра в Питере.
Да, Юра в пите. И мне 61 секунда до Сереги. Веселье. Я, может, на пит буду заезжать. Что ты там говорил про мистер одиночество? Вторую гонку так. Леха, как ты на 2.5 секунды оторвался на этом круге? Я не понимаю. Я же за Фенни поехал. Серег, где твои проблемы? Да сейчас я к тебе присоединюсь, не бойся. Наверное, хотя не знаю, в машине буду заезжать. Не, народ, наверное, все-таки я в топку восток. О, Герман, не сдавайся сам. А смысл, если меня в каждой гонке убивает Юра? Ну, мы сейчас, я завтра, Юрий, таких раз. Уже пятую гонку подряд. Не, Юра, это, не конечно, весело, но реально, ну, это уже как бы веселье весельем. Был бы это фан, но это как бы еще ладно. Но это уже как бы, типа, как бы чемпионат. Решил внести интригу в фанку, да? Ну да, руль сам решил. Да. Да. Можешь на пит-стоп заехать, починиться. Мы не против. А ветров целый? Да, видимо, да. Фак, боже мой. Не видно. А, все, вижу. Собака. Слушай, у тебя там весело. Да. Ты же еще на шифтере едешь, да? Да. Финичка. Ой, вообще наркоман. Да. Ну что ты не обогнал? Да? Страшно же тебя обгонять. Я же пропустил. Вот теперь спокойно, видишь, нормально. Там такое место, что начнешь отгонять, и потом в тот поворот не впишешься. Да. А, чертов гвоздь, болтат. В общем, поворачивать налево теперь весело. То есть в шпильках тебе будет вообще ой как весело? Ну, да, я чисто держу одной рукой руль, коробку, а вторую поворачиваю. Еще бутерброд ешь? Да как маршрутчик, сейчас я еще сдачу начну считать. По телефону не разговариваю. Ну, как считай по телефону разговариваешь, да. Технически, да. Ну, понимаешь, у меня тут хендсфри, так что надо телефон. Тупи домашний, какой сейчас, совдеповский. А, и по нему разговаривать с хэдом? Ну, привяжи ухом, как это, хэндсфри. Хэндсфри. Финя, ты как там?
да, пофаниться после гонки вряд ли получится. О чем вообще? Ну, тут небольшие конструктивные особенности стола. Он немножко решил разобраться. Сорян. Если что. О, фак. Да не, я сам. Еще Ваня, наверное, думает, сфига ли я еду, как пьяный туда-сюда, виляя, как не знаю кто. А Ваня, по-моему, за нами шпионит в чате, поэтому, мне кажется, он слышит, что происходит. Конечно. О, конечно. Я народ вижу только, когда они с другой стороны трассы проезжают. Печально. Оп-оп. Не надо ехать в стену. Я понимаю, роль это, конечно, важно, но в стену ехать не надо. Это 3 секунды проиграть на круге. Сейчас вот играешь. Я из-за лагу шпильки тупо остановился. Хорошо, что просто прям остановился. Ну хотя бы да, ты остановился, это не врезался. Не улетел, да. Или вообще в подпространство. Ладно, третье место тоже хорошо. А четвертое еще лучше. Нет, не прав. Как-то афоризм, по-моему, по-другому шел, ну ладно. Серега, почти 2 секунды отыграл. Капец. С такими повреждениями я еду минуты 35, а мог бы минуты 33 ехать. Пойдет, спасибо. Заехал, когда тебя объезжал. Да? Да. Ну, мне написала кадзетрек. А? Серега, сейчас приятно удивишься. Чего? Блять. Че, развернуло? Yeah. И всем известное место. Юра, что ли? А это, мне уже на этот момент Юра не нужен. Я уже и Юра заменитель, я уже сам. Так ты убил Ваню? Ну хорошо, еще не убил. Ну, чаны подпортил. Что-то я не вижу никаких удивлений, я 6 секунд проиграл. В чем проиграл? В чем проиграл? Тебе проиграл 6 секунд. Я же ошибся в шпильке, я там стоял, всех пропускал. Я заметил.
Ладно, надо восстановить этот статус-кво. Могу я вылезти? Я настолько удивился, что я типа должен был выиграть, но проиграл в итоге 6 секунд, что я вылетел, меня развернуло в первом повороте, я теперь пятый. Блин. Привет, я Лёха. Задумался, привет. Привет, Лёха. Привет. Перекличка окончена. Эх, жалко, не успею. Это еще если бы я сказал привет, Лёха. Там еще в конце гонки сможете. Ребята, а что насчет V8? Мы проедем или нет? V8? Когда-нибудь. Да. Давай в субботу или в воскресенье, нужно выходные. В будни никто не будет ехать, это логично. Тихо-тихо, меня развернуло. Хорошо. Сеня, мы еще этот пост сделаем от группы, а не от тебя. Да, нужно от группы сделать, чтобы все увидели. О, чтоб он, да. Вот тут я крутанул. Все окей. Называется Герман посмотрел. Засмотрелся. Зато сразу же накал. Можно даже там скины никому не выбирать, просто чтобы у каждого рандомный был. Да, лишь бы проехали, все, попробовали. Ну блин, трасса, конечно, жесть. Вадим, мы в Дюстино не ездили. Я подтёрст не люблю. Да, я подтёрст. В принципе, можно и Барбакала проехать. Так, один момент. Ой, ой, ой. Ууу, это было близко. Вы же включите там помощнички какие-то? Да. Да, АБС, ТС. Нет, нет. Хорошо. Чего нет? Ты сет можешь выключить их. Да. Не, ну я это клавиатурщик. Меня Ваня пытается обогнать. А, окей. У нас тут борьба за лидерство. Значит, своя атмосфера, короче. Герман, ты чё в боксе? Он всё. Да, он отошёл. Он что, меня, пожалуйста, смотрите, меня развернуло. Да, я за Барбагал тоже, кстати. О, Лёх, привет. А? Нет, 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 не ты был. Нет. Главное, чтобы не Барселона. Барселона и Суперкарс В8, это что-то интересное. О, блин, мало ли вы придумали. Нет, Барбакала. Зачем Барселона? Просто ненавижу эту трассу. А я представляю, как в четвертый поворот этот монстр будет вваливаться, как хотят. Четвертый поворот чего именно? Барселона. Ну, этот затишный правый. Оп! Кое у кого мертвый. Ну, я вчера катал по ней, то не знаю, нормально. А что с ним? Ребята, у нас тут борьба за лидерство. Давайте, давайте, побивайте там быстренько. Угу. Не вылезти, вам подоставать карты? Угу. Это что у Лёхи спрашивает? В тебя вселится дух Юры. Ага. Ну как, мне на Ваня не въехал, там нет. Чудеса просто. О, он ко мне подъезжает напрямую, все понятно. Приехали. Блять. Что, ошибочка? Да, я размотался. Это не критично. 30 секунд-то.
Разве ты поедешь на пит-стоп? Давай! Едь! Не дам! Нет! Сейчас посмотрим, насколько темп пойдет. Черт! Черт! Дал. Вот чувствую, матюки там по ту сторону экрана на меня сыпятся. Я так его блокирую, жесть. Все, сейчас он у меня съест. Опа-на. Воу. Все, приехал. Ну, там та стенка где-то прозрачная. А, ушел. А, Юра ушел. В смысле, Юра ушел? Юра в Питере что-то стоит, не? Нет, не, он пропал. Да, пропал. Отлично. Все. Что, приехал, да? Прощай, победа. Врезок его нет. Ну и не надо еще. Нет, мне жаден последний написал. Меня тоже. Что, хотите интриги, ребят? Нет. За четвертое место. Я на пике. Нафига? Опачки. Починиться чё? Нафиг. Часто. Ну вдруг Феня догонит, поборемся чё? Да не, мне ещё пиликать и пиликать. Ну ничего. Может получится, может нет. Всё равно неприятно ехать на поломанном драндулете, так хоть оно не поломанное будет. Так хоть не поломанный драндулет будет. Да.
Вон там меня кто-то догоняет. Ваня. Я его, наверное, пропущу. Ну, можешь подержать. Зачем? Лёша будет. Не, кстати, я бы мог. А ну иди сюда. Мысли бесполезны. Не, все. Mission complete. 9.6. Я сейчас на все 20 сделаю. Я хоть нормальный круг проеду по-человечески, лучше время, а не 2.15, всё, минуту 15 буду, всё, блин, какая 15? Что я несу? Минута 35. Ты старался. Слава богу, я эти шпильки прохожу в последний раз. А у вас последний круг, да? Да. Если кого толкнуть надо, говорите, я выйду. Ну, меня можешь. Мне порядок. Да, у меня еще одна, три круга топлива. Блин, вот, о, хорошо, что его кикнуло. Кого кикнуло? Ну, в смысле, он финишировал и разложился на старт-финиш, а мне еще ехать последний круг. Некрасиво как-то.